49 жительниц Витебской, Гродненской, Могилевской областей награждены орденом матери за рождение и воспитание 5 и более детей. Среди тех, кого отметили высокой наградой, и работница детского сада номер 25 города Новополска Анна Вяль. Медали за спасенную жизнь удостоен начальник караула пожарной аварийно-спасательной части номер 2 Новополского горотдела по чрезвычайным ситуациям Максим Боровицкий, который в июне 2021-го спас пенсионера во время пожара в общежитии. Витебске наградили победителей первой областной молодежной премии «Достижения», в их числе и «Новополочане». В различных номинациях отмечены Антон Воробей, Евгений Прохоронок и студенческий строй отряд «Эврика» Полоцкого госуниверситета. До 27 декабря госавтоинспекция Витебской области проводит профилактическую отработку аварийно-опасных участков автодорог и населенных пунктов. В центре внимания, в том числе, пешеходные переходы.